Всем привет, дорогие зрители! Приехал я к пляжу Клеопатра. Здесь продается квартирка 1+1. Расстояние от этого пляжа где-то 400 метров. 3-5 минут ходьбы. Какая красота! В самом центре. Очень хорошая квартирка под ключ. Я тут редко снимаю. Продают также друзья. Тут в основном старые постройки. Сейчас покажу вам всю территорию. Ролик будет немножко длинным, потому что я пешком сейчас буду идти к этому зданию, где продается квартирка. В этой стороне полностью парк до конца, до пляжа Улаш. Вот до той равнины. Так. А вы смотрите. Вот. Душевые кабинки. Даже дом для котов. Тут вся почти инфраструктура есть для жизни. Парк. И он вот так продолжается до конца. Центр города. Дискотеки, прогулки. 12 месяцев. Вышли все в шаговой доступности. С этой стороны пляж Клеопатры. С той стороны горы у нас, где Красная крепость, марина, бухта. Тут всегда жизнь кипит. И летом, и зимой. В основном летом. Отель Аладдин. Также у нас есть проход прямо отсюда, вниз, вот, где остановка автобусная. Квартира у нас позади вот этого здания. Тут цены высокие, и здесь мало новостроек. В основном пятиэтажки. Высокоэтажки немножко позади строят. Многие здания без лифтов. Как минимум зданием тут 18 лет. Вот также отсюда проход есть к пляжу Клеопатра. Знаете, какая красота. Зонтики. Можете прийти сюда сфоткаться. Давайте я тоже сфоткаюсь. Всем привет. Сфоткайте меня. Так. Поехали дальше. А я это место впервые вижу сам. Тоже думал, где эти зонтики. Еще один зонтик есть прямо около бухты там, где улица Баров. Проходим дорожку. Прошлись. У нас две дороги. Одна отсюда есть туда и одна с той стороны. Вот там еще одна дорога. Ну, кафешки. Итальянская кухня. Еще одна ресторан. Маркет. Уже 4 минуты снимаю с моря. Ну, почти доехал. Да, дошел, то есть. Ну, кого? Значит, 6 минут ходьбы. Да. Значит, одна дорога оттуда, там тоже маркет.
проход есть к этому зданию, и здесь должен быть проход. Ага, вот то здание, дорогие зрители, вот. 5 минут ровно. Потому что там машины были, я остановился, потерял там время. Где тут проход? А, проход так. Другой проход короткий. Там есть также парковочные места открытые. Вторую улицу тоже покажу. С машины можете ехать отсюда. Тут отдельная кухня. 1+1, но с отдельной кухней. Наверное, редко такое видели. Вот, оттуда вход. И проход в левую сторону. Я прошелся по длинной дороге. А там есть короткая дорога, тоже покажу вам. Можете промотать, если нет терпения. Здесь парк. Вышли с квартиры прямо к парку. Вот, дорогие зрители, хороший большой парк для детей. Тут тихо, спокойно, машин не проезжает, потому что здесь тупики. С террасы этой квартиры видна крепость Алани. Проекту где-то 23-25 лет. Вот это здание. Открытая парковка снаружи. Итак, я поднимусь на верхний этаж. Ну, давайте вместе. Пускай ролик в этот раз будет подлиннее. Уже дошли. Да. Итак, дорогие зрители, входим в прихожую. Тут шкафчик. Так. Санузел большой. Окошко тоже есть. Знаете, какая интересная система. Это чтобы зубы помыть. Так, вот ставите там. Ну, прикол надо же какой-то делать. Так, здесь у нас большая спальня. Квадратных метров в этой спальне. Сейчас измерим вместе с вами. Да. Так. Раз. Два. 15 квадратных метров. Окошко. Платяной шкаф. Проходим. Отдельная кухня. 1+1. Бэка, вытяжка. Духовка, плита. Мраморная столешница. Раньше в основном был мрамор.
Теплая вода у нас в бочке на крышах. Так что я еще на крышу поднимусь. Холодильник, столик. Выйдем на огромный балкон. Отсюда уже видна немножко крепость. Застеклите, будет вам еще дополнительная комната. Это против солнца защита. Вот вид на горы также отсюда. Теперь гостиная. Тут сколько квадратных метров? Кухня где-то 8 квадратных метров. Три 13 квадратных метров, дорогие зрители. Вместе с балконом эта квартира у нас 60 квадратных метров минимум. Полезная площадь, чистая. Квартирка просторная, в моих понятиях, потому что здесь 1 плюс 1 в основном 38, 40, 42 квадратных метра. Редко можно найти 50, 53 квадратных метров с полезной площадью. Итак, кофе будем пить, понятно. Поднимемся сейчас на террасу. Одену очки. Так, дорогие зрители, здесь открытая терраса. Можете поставить столик, зонтик. Выйти отдохнуть. Отсюда вид на крепость Алань. По вечерам там хорошее освещение. О. Здесь даже половина этажа можно как-то беседкой закрыть, как мне объяснили. Сделать навесную крышку. Крышу. Вот вид на горы, Айлав Алани отсюда я вижу. Горы, крепость Алани. Можете себе вот так сделать, как бы. Место для отдыха. Самовар поставить, шашлык-машлык. И позвонить мне. Агаси, приезжай покушать с нами, попить чай там. Так, дорогие зрители, самое главное. Цена этой квартиры 120 тысяч евро. Так как это центр, так как это Клеопатра, так как это самое близкое место. 5 минут ходьбы до пляжа Клеопатры и тому подобное. Вот такие вот тут цены. И по этим причинам я тут редко снимаю. Очень редко снимаю. Слишком редко снимаю. Так как продает друг по нормальной цене из этой цены. Вот еще нормальная цена на этом рынке. Так что звоните плюс 90 555 064 91 10. С вами был мистер Агасси из Солнечной Алани, район Клеопатры. Это, кажется, Кызылар-Кунары или Сарайма. Один из двух, короче, не помню. Всем пока-пока.